Ты помнишь, да, я рассказывал про всяких героев детства, которые на меня произвели огромное впечатление и которые как бы рулили моим тогда еще совершенно ребячим мозгом. И помимо Эрика Альфреда Хартмана у меня был герой, который на меня, наверное, оказал все-таки самое большое влияние. Я помню, с каким диким азартом я выискивал по старинным французским и русским энциклопедиям малейшие подробности его жизни. Был такой шевалье Франсуа Жан Лебар. Он отказался снять шляпу, увидев религиозную процессию. Это был 1766 год. Но тогда еще Европа была лидером в деле религиозного терроризма. Тогда христиане терроризировали мир и сами себя. И его арестовали. При обыске у него нашли томик Клода Адриана Гельвеция и философские письма Вольтера. И когда его возводили на эшафот, публика, это было в Абевиле, если не ошибаюсь, публика, конечно, офигела от самообладания этого человека. Мало того, что он первым делом попробовал острие топора ногтем, так он еще и подсказал палачу, как этот топор заточить, и сам навел на эту заточку окончательные штрихи. И вот Франсуа Жану сперва вырвали язык, потом ему отрубили правую руку, потом его обезглавили, и потом его тело, вложив в уцелевшую руку философские письма Вольтера, сожгли. Ему было 19 лет. И Франция, она, в отличие от абсолютно беспамятной России, она помнит, чего стоит свобода от мракобесия и зачем вообще эта свобода нужна. Вот Франсуа Жану во Франции установлены два памятника, если не ошибаюсь. А если ты на Невском проспекте, подойдя к гостиному двору, поищешь мемориальную табличку с именем капитана, например, Возницына, ты ничего не найдешь. А это было последнее сожжение в России, примерно в то же самое время, что и бар рядом с новым гостиным двором был за отхождение от православия сожжен Александр Артемьевич Возницын. Вот его Россия решила не помнить. Вот именно по этой причине во Франции существует Шарли Эбдо. А в России его не может быть. Кстати, вот ты видела обложку последнего номера, до какой степени это великолепно. Вы имеете в виду танцовщицы в позе Сен-Дени, да, с головой под мышкой? Да, да, да. Угу. Там тетки из Мулен Ружа дают здоровенный высоченный канкан, и вот у каждой под мышкой ее отрезанная голова и надпись, что Франция всегда будет Франция. И никак иначе. И только очень неразвитый человек может увидеть в карикатурах Шарли грубый хамский юморок или желание кого-то оскорбить. Там я вижу, например, удивительный коктейль из боли и из отваги, и вызов. И обложки Шарли – это всегда передовая человечество в вечной битве, которая не закончилась между развитием и мракобесием и ханжеством. И напоминание всем обладателям неких особых чувств, да, что они не хозяева в этом мире, и что неудивительно, что, в общем, всяких там эстетов корчит от этих обложек, потому что передовая никогда особым изяществом, собственно говоря, и не отличается. Я, кстати, сегодня просмотрел подписчиков Шарли в Инстаграме и, к своему огромному удивлению, обнаружил там много, не тьмы, но очень много русских имен среди подписчиков. Ну что ж, и в вот этом удивительного? Нет, на самом деле ничего, просто радостно, делюсь. Кто хочет подписаться на Шарли в Инстаграме, делайте это, пожалуйста. И в Вене, в городе Вена, в очередной раз подтвердились мои слова про то, что религия и терроризм, любая религия, это синонимы. И ислам развернулся в Вене теперь уже по безоружным австрийским почтальонам, по торговцам пирожным, в упор расстреляв каких-то людей из автоматов. И тут возникает вопрос, а есть ли вообще этой всей религиозной дикости предел? Кто-нибудь в состоянии с ней справиться?
будет ли ей поставлена какая-то точка и способны ли вот этих людей что-то остановить, вот этих обладателей особых, неведомых науке чувств верующих. Да? И, как выяснилось, вполне себе да, такое есть. И мусульмане, они вполне себе благоразумны, тихи и шелковы, когда это требуется. Там, где есть прямой, реальный, открытый ущерб и оскорбление ислама, они почему-то помалкивают. Ты знаешь, что исламскую проблему решает Китай. Да, уйгуры. Причем с коронавирусом он разбирается так же жестко, как и с коронавирусом, так же методично, так же беспощадно, без гнева и пристрастия и с китайской непреклонностью. И вот в Инчуане, это провинция уже Нинся, да, все это движется, эта борьба с исламом, там сожжены Кораны, снесены минареты, купола, ликвидированы все абсолютно исламские красоты. А там сбивают всякую украшательную арабскую вязь с мечети. И это вам не карикатурка в Шарли. Это действительно реальный большой, тяжелый, серьезный вызов. Причем мусульманский мир демонстрирует в этом случае поразительное благодушие и не возражает китайцам. Там откровенно разрушают и оскверняют мечети. Там обрезают бороды, а мусульманских подростков собирают и отправляют на перевоспитание в спецлагеря Синятьзана. Да? Это можно было бы расценить как прямое и откровенное надругательство. Есть госпрограмма Китая по опусканию ислама, и причем ее осуществляют, что вдвойне оскорбительно, даже не полиция, не армия, а какие-то такие местные титушки, что-то вроде народных дружин, активисты. И вот они как раз жгут Кораны и обрезают муллам бороды. Но молчат печальные хабибы, однако, да? Молчат. Александр Глебович, ну вроде вообще бы было же... Боли... Было же много историй, в том числе и на Ближнем Востоке, когда, простите, одни мусульмане убивают других, одни мусульмане разрушают мечети других, чего только не происходило. Совершенно верно. Вот мы говорим только о том, кто сегодня заявляет об оскорблении своих чувств, да? В ответ на маленькую карикатурку. Путин называет это провокацией. Вроде бы вот при такой боли за своего бога дорога одна в Китай, и там закрыть грудью оскверняемую мечеть, приехать, закрыть, порвать мириады китайцев в клочья. Ну или хотя бы встреченным китайцам высказать свое фе. Все понимают, да, что будет, если там начать качать права и заявлять об оскорбленных чувствах. Да? Поэтому мусульмане отводят душу на безоружных торговцев венскими заварными пирожными, на журналистах, на историках, в благородно приютившей их Европе. Да? И кто изучал проблему взаимоотношения ислама и Китая, знает одну очень простую, одну очень важную вещь. У китайцев, у этих китайских титушек-дружинников, особенно в криминальных хутунах, то есть районах, есть захват, прием такой, захват, от которого не освободится ни одному борцу и даже не освободится самому Хабибу. Это захват, он осуществляется тонкими китайскими палочками для еды. Спасения от него нет и вывернуться невозможно, потому что, прежде всего, по той причине, что захват производится уже тогда, когда персонаж превращен в пельмени или врагу. Это Китай. Дело в том, что там ведь публика совершенно безжалостная и без всяких сентиментов. Там мало того, что убьют, так еще и съедят. Потому что это волшебная страна, где ничто съедобное даром не пропадает. А фарш – это, в общем, лучшая могила для отбившегося и наскандалившего туриста. И Хабиба там сожрали бы без остатка. И самого Кадырова с золотым пистолетом и белыми тиграми тоже бы съели, потому что они же ничего не соображают, для них нет ничего, то, что называется, святого. И никто бы не стал вступать ни в какие теологические дискуссии. Так, ну, слушайте, а дальше, они же борются с религиозными сектами. Вы должны их приветствовать. Я не приветствую их, потому что они делают это
точно так же омерзительно. В конце концов, они борются во имя своей религии, а не во имя атеизма, поэтому я совершенно А что у них за своя религия? Они же коммунисты. У них есть... Нет, конфуцианство они не коммунисты, это же у них не... все равно... И даосизм, и конфуцианство, и мелкие местные культы. И ты знаешь, вот там, когда происходят расправы, там полиция насчет съесть я нисколько не преувеличиваю, потому что... Ну, во-первых, бесхозного мертвеца туриста тут же перепродают в столовую какого-нибудь криминального хутуна. А там народ голодный, трудовой, он не задает всяких лишних вопросов. В пельменях, знаешь ли, все, в общем, равны. Причем очень бы не хотелось, конечно, чтобы такое произошло. Особенно не хотелось бы, чтобы это произошло с учетом названия блюда, в которые могут превратить ревнителей. Там, знаешь, есть такое блюдо китайское, вот оно как раз для этих беднейших кварталов. А это много-много маленьких пельмешек, которые раскладывают шеренгами и вот так подаются. И это блюдо называется, по-китайски я не могу сказать, меня учили сегодня, но я не смог повторить по-русски. В переводе на русский это называется пехотинцы. Mm-hmm. Вот очень бы не хотелось одного большого, сильного и красивого пехотинца разменивать на много маленьких. А пехотинчиков. Нравы там действительно таковы. Вот там просто вот в качестве иллюстрации, тебе тоже будет любопытно, там тела человеческие напрямую берут и перепродаются. Есть такие две провинции, Ляонин и Гуандун. Там вообще живут гурманы, которые вот прямо в ресторане ты можешь прийти и заказать суп, например, с человеческой плаценты. И чрезвычайно популярным блюдом являются всякие абортированные младенчики. И это местные медики, народная медицина приветствует и считает большим деликатесом. И тут совершенно, Оленька, тут нечего как бы воротить носик, потому что у всех свои скрепы. У всех вот свои тут, недостатки, кстати, как говорили в одном фильме, да. Угу. Здесь мы говорим как раз про скрепы, про то, на что нельзя посягать. Слушайте, про еду, вот... про еду летучих мышей и прочих зверушек мы с марта говорим. Да. Про то, что они едят все. И вот пришел вопрос, на который я считаю важным ответить, что я несколько злоупотребил доверием зрителей, как считает вопрошающий, что вот есть же такая благостная и исключительно просветленная религия, как буддизм, которая чужда злобы, жестокости, кровопролития. Ну, тот, кто это говорит, абсолютно не знает тему, не знает судьбы крепости Симабара, проделок японских сигунов, в частности, сигуна Набунага, который был буддистом, которому это не помешало отрезать 8 тысяч голов как раз вот в крепости Симабара, не знает, что отряд 731, который работал в концлагерях, отряд японских врачей, возглавлял Китана Исии, и эта группа Икамото. Это тоже были сплошные буддисты, те самые люди, которые из живых людей сделали анатомические пособия с тем, чтобы еще сохранялись какие-то признаки жизни, и вместе с тем можно было изучать реакции. Более того, вот еще есть легенда о том, что вот, ладно, это такой грубый народный буддизм, но есть просветленный тибетский буддизм, вот тоже ничего подобного. Потому что в реальности это может мерещиться только вот этим вечным дурам-туристкам-богоискательницам, которые туда едут повосхищаться и отдаться какому-нибудь тихому ламе. Мало ли буддологов вообще... у нас мужского пола, я вас умоляю. Я понимаю, да. Вот, при, например, там, в тысяч... начиная с 666 года, это пятый Далай-лама, там постоянно происходили очень жестокие на религиозной почве погромы и убийства всех, кто не желал подчиняться однозначно вот той секте, которую возглавлял лама. И там убивали мужчин, женщин, детей, опять-таки, по настоятельному требованию ламы. Слушайте, ну и куда вот... далеко ходить, если 20 век, вот совсем недавно, добрые христиане, я даже больше скажу, католики из Ирландской республиканской армии, совершали много интересных, я бы сказала, мероприятий. И это не мешало им быть добрыми католиками?
Совершенно верно. Но христиане – это как бы апробированные террористы. Мы об этом говорили неоднократно. И там действительно они терроризировали. И нельзя назвать другими словами то, что они делали с живыми людьми на протяжении большого количества веков. Но вот по поводу, чтобы поставить точки по поводу благостности тибетского буддизма, его красоты и бесконечной просветленности, найдите в интернете, была такая Анна Луиза Стронг. Она, по-моему, в 59 году устроила выставку фотографий, где предъявила все, чем богат Тибет. Это специальные пыточные приспособления для выкалывания глаз, для ломки рук, для отрезания носов. Там очень много фотографий, очень много свидетельств того, что такое на самом деле тот самый просветленный Тибет.